тема раздувается всемирным так называемым голубым лобби, гей-лобби, которое пытается вот эти ценности, лжеценности человека, которые осуждены еще Библией, осуждены в самых основах зарождения мировой цивилизации, поставить на помост. Раньше это все делалось тихо, были отклонения, тихо делали, не мешали другим, не демонстрировали себя. Вот сейчас эта попытка показать вот эти извращения как бы составную часть общества вызывает у большинства нормальных людей, это 95% как минимум, негодование и недоумение. Естественно, прежде всего по моральным, этическим, нравственным качествам мы поддерживаем и нашу церковь в целом, что это не должно произойти. И мы будем выступать против этого.